Всем привет. Ой. Ай. Всем привет из Риги. Сегодня 1 января 2019 года. Я прям поднялся, чтобы пройтись по Риге, показать вам, что здесь и как вообще в Риге. Вот. Я мало что знаю, конечно, с достопримечательностями в целом. Что сложилось вообще впечатление. Дико, потому что все еще спят, а я ради того, чтобы записать этот волшебный видос, встал ни свет ни заря и пойду сейчас к центру города. Видео будет достаточно скучным, если честно, потому что я буду просто идти и что-то говорить. Вот. Поэтому, ой, тут же я забыл совсем, черт, тут же нету переключения. Так, у меня уже закапана камера. Вот, я так что сделаю, скорее всего, два видео. Потому что не хочу ничего склеивать, если честно. О, зеленый свет. Не хочу ничего склеивать. Вот, сейчас мы немножко пройдемся со мной, а потом немножко без меня. И все. Потому что не хочу заморачиваться сильно. Так-то прекрасно. Видосик. Это же в ложек, тут должно быть все хардкорно. Вай-вай-вай. Дождь идет. Я пока буду, блядь, промокну окончательно. Фу. Ну, да. Вообще, Рига очень контрастный город. Это столица Латвии. Очень контрастно, если честно. С одной стороны луховый вилаж, а с другой стороны днишко с заколоченной фанеркой. Вот. Вот все такое. Я не хочу сейчас просто протирать пальцем. Пальцем не хочу ничего протирать. Это влог, здесь хардкор. Так что так. 1 числа мы отмечали сначала Новый год по-российскому. Это было по классике все. А потом мы пошли на площадь. Но на площади как бы мы не зашли. Вот. О, сейчас покажу прикольную тему. Такой. Такие дворики. Вот, наверное, на них можно еще закончить. Сейчас пальчик. Пить. Вот. Вот так. С фоточком. Хорошо, на территории, да? Ты просто не пройдешь. Куб. Да, давайте чуть-чуть потрещу, а потом перейдем на другую сторону. Но я уже мокрый. Вот, и короче, мы вышли, пока бы уже Новый год наступил. Мы идем все уже праздновать. Ну так, в целом, хорошо. Ой-ой-ой, просто шторм сносит меня. Ну, кстати, я вот проснулся, когда было 8 утра, по московскому 9. Уже кто-то там шарахался по улице. Уже там кто-то что-то жужжал по делам. А, мне понравилось. Надо подвернуть, надо завершать. Мне понравилось. Вышли мы, короче, такие все на праздники жизни на Новом году. Везде салют, долби, все орут. Мы там кому-то кричим поздравления. Нам кричат поздравления с Новым годом. И такая кислая рожа водителя автобуса. Он просто ведет автобус. У него цель. Вне зависимости от всего вести автобус. Вот такие станицы. Это прям как раз наше все. Русские. Русско-прибалтийские. Давай. Вот. Ну вот это вот такое здание. Ну, как бы вы понимаете. А, еще так интересно, что я уже привык за то, что в общественный транспорт весь одинаково забрендирован. А здесь кто что гораздо. Конечно, необычно. Что? Yeah.
конечно, все завалено, подвалено, ну что же будет? Вы каблучиваете. Это хардкор. А, снега нет, он такими скромными кучками лежит. Стесняется. Вот. С меня же капает. Боюсь, что куртка моя промокнет насквозь просто. Так, что у нас тут? Хоп-он-хоп-оф. И вот такая волшебная маршруточка. Вот, сейчас мы дойдем до православного храма. И, в принципе, можно это волшебное видео заканчивать и переходить на другую камеру. Там уже будет более интересно. Так, мы остановились с друзьями в апартаментах. Да, в апартаментах. За неебические деньги, если честно. Жесть. Ну, это Новый год. Там две комнаты и общий зал. Вот. Что так. Давайте сейчас я вам покажу вот это волшебное место. Вот. Всем хорошего дня, с Новым годом, с вами счастьем, здоровья, успеха, добра, любви, всех благ, ох, благов. Держимся и барахтаемся дальше. Всем пока-пока и до встречи во втором видео, которое будет, где мой голос будет фоном. Чусь!